Этой ночью жители Земли смогут наблюдать лунное затмение. Явление продлится 3,5 часа. В ходе затмения Луна сначала заходит в тень Земли, а потом выходит из нее. При этом спутник может светиться разными оттенками красного, из-за чего Луну называют кровавой. Если не подведет погода, то в Казахстане лучше других затмения смогут разглядеть жители востока страны. Кроме того, сегодня произойдет еще одно уникальное астрономическое явление – покрытие Урана Луной. Астрономам не часто выпадает возможность наблюдать эту далекую планету, поскольку она находится невысоко над линией горизонта. Скоро ожидается также солнечное затмение, оно произойдет 24 октября. Такие планеты, как Уран, которые находятся вблизи горизонта, ну, практически наблюдать невозможно. Но во время лунного затмения, когда Луна закрыта, уже можно будет наблюдать. Поэтому вот это интересное явление. Вблизи горизонта можно видеть Уран. Это редкость, это вот в этом году и еще в 2022 году, поэтому это редкое явление.